Мелдас, ты слышал? Ты слышал, мой сын спасен. Берчин и Сибель, я правда не знаю, как мне благодарить вас. Берчин, вот спасется Узан. Я исполню любое твое желание. Тетушка Жулиде, у меня есть только одно желание. Это Узан. Ты не переживай. С ним будет все хорошо. Мы всю жизнь всегда будем с ним вместе. Пойдем, Берчин. Может, нужно еще какие-то процедуры провести? Мы должны уточнить это. Давайте. Спасибо. Смотри на меня, Берчин, что ты делаешь? Мы не сможем выкрутиться от этого вранья. Ты, пытаясь завладеть Узаном, убьешь его. Никогда в жизни. Узан будет жить. И он будет моим. Стоит мне только поменять эти анализы. Ну, пойдем. Матушка. Никто не должен знать, что почка Аслым подходит. Ну же, пойдем. Берчин. Если однажды мы потеряем друг друга, ну, например, лето станет зимой, ну, или же придет день и солнце не взойдет, ну, или же произойдет конец света или какой-нибудь катаклизм. Если настанет день и мы потеряем друг друга, это будет означать, что мы потеряем рассудок. И именно в тот самый момент я буду ждать тебя под этим деревом. Узан. Ну же, доченька, ну же. Ладно, мало осталось. А, извините, я хотел вот о чем вопрос вам задать. Я хотел знать, где можно кардиографию сделать. Идите вот туда, второй поворот. Я не совсем понял. Я иду вот тут прямо? Ну же, в темпе, я уже переживаю. Донор не подходит для пересадки почки. Получилось. Ладно, спасибо огромное, благодарю вас. Я испугалась. Нас едва не застукали. Да ладно, успокойся, не застукали. Я поменяла анализы, все кончено. Я спасу Узана. Не ослым. Все будут так думать. Берчин, ты рассудок потеряла. Где мы найдем почку, которая подойдет Узану, а? Вот скажи мне, где мы найдем ее? Не знаю. Но ты найдешь, матушка. Если ты хочешь, чтобы твоя дочь жила, ты найдешь эту почку. А если я не смогу? Если о твоем времени станет известно, если с тобой что-то случится? Что ты делаешь, доченька, что ты делаешь? Берчин! Берчин! Алло. Хакан. Послушай, в тюрьме я немало помогал тебе. Пришло время расплаты. Нужна мне твоя помощь.
Алло, учитель, есть вести? К сожалению, Аслан, я только сейчас узнал. Ты не можешь дать Узану свою почку. Ты не подходишь как донор. Узан забрал у меня жизнь. Забрал отца. Забрал у меня мое детство. Сейчас моя очередь мстить.